Здравствуйте. Меня зовут Нелли Чуланова, я экскурсовод дружной команды Дома творчества и рада пригласить вас на свои экскурсии. Переделкино место совершенно особенное. Не только потому, что это моя малая родина и моя любовь к Переделкину имеет генетическое свойство, но и потому, что почти 90 лет здесь живут литераторы. Сюда приезжают яркие представители творческой интеллигенции, художники, скульпторы, артисты, музыканты. Приезжайте и вы. Я покажу вам старое Переделкино, расскажу о шестидесятниках. Они были переделкинскими дачниками. Либо мы можем отправиться на мою авторскую экскурсию по Переделкинскому кладбищу. Это один из самых крупных литературных некрополей. Не откладывайте поездку. Переделкино прекрасно в любую пору. Как замечательно сказал Булат Акуджава. Во мгле Переделкинской пущи, в прохладе еловых стволов, чем он торопливее, тем гуще поток из загадок и слов. До встречи!